Событие, которого ждали с 2009 года. В среду в Иванове торжественно открыли новую специализированную пожарно-спасательную часть на улице Любимова. Район выезда пожарной части обширный. Это и областная клиническая больница, и онкологический центр, и госпиталь МВД, и детский травмпункт. Кроме этого, значит, это торговый центр Рио, Евроленд входит в зону. И также эта часть будет работать на территории городского округа Кохма. Часть, она непростая, она специализированная пожарно-спасательная часть. Это основа аэромобильной группировки территориального гарнизона, которая работает, может быть задействована на территории любого субъекта Российской Федерации и в любой чрезвычайной ситуации, либо происшествия социально значимого характера. Пожарная часть представляет собой двухэтажный комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Есть здесь и спортзал, и учебные классы, а также современный пункт связи. Именно сюда будет поступать сигнал о происшествии. Предусмотрена комната отдыха для дежурной смены, а также кабинет психологической разгрузки. Не во всех подразделениях имеется комната психологической разгрузки, в которой мы сейчас находимся, в которой штатный психолог проводит психодиагностические обследования личного состава, различные тестирования, также беседы для улучшения морально-психологического климата подразделения. Личный состав сталкивается и с опасностью, с болью, с угрозами, то есть как любому человеку необходима разгрузка. Эта пожарная часть единственная в Ивановской области, где будет группа робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов. Всего 3 беспилотных летательных аппарата. Вот один из них «Фантом-3». Значит, также есть укомплектованный в автомобиле «Инспайберг» беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Группа состоит из 2 человек, но имеет допуск к управлению 11 человек из подразделений, из числа подразделений. Вот. Группа достаточно новая, набирает, так скажем, обороты. Не только летательная техника, но и сухопутные вездеходы. Их спасатели получили в подарок на новоселье. Поступило на вооружение новый коленчатый подъемник 50 метров, который позволяет с высотных зданий эвакуировать людей, в том числе и современная пожарная автоцистерна с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием, которое тоже может оказывать помощь не только в пожарах, но и в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, любых аварий и прочее, которые всегда имеют место на территории большого города. Новоселье – это праздник, но служба превыше всего. Спасатели заступают на боевое дежурство уже с сегодняшнего дня. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.